Привет! Сегодня мы с Марком будем играть в классную игру. А еще! Ты на деньги поставил? Да. Хорошо. Так, какая у тебя тачка? Ауди А8 с черного покрытия. Так, я сейчас вот чуть-чуть насобираю и куплю себе Porsche 911. Вот это! Папа, вот у тебя. Угу. Где твой Porsche? Я еще не купил, мне надо чуть-чуть. Покажи, и где в автосалоне? Вот это вот. 145. 115, там. Вот это? Да. Вот это. Ну-ка, купи 5250, как у меня. У меня денег столько нет. Вот такой. Так, ну что, вот такой крутой суперкар. Я тебе подпишу. Я моя кока. Вот сейчас я заработаю денег и куплю себе эту машину. Вот мустанги какие-то. Какие-то сладенькие машины. Вот мустанги. Сейчас мы будем выигрывать и делать, да? Я выиграю по этих всех чуваков, и я на первом месте буду. Ну так долго ждать. Давайте, ребята, 9 на 10, на 10, приз 2500, на первый раз. Моя максимальная скорость 369. А моя максимальная скорость. Смотри, все за мной, я почти первый, все за мной. Я на фолгах. Хорошо, что я на фолгах. А, Тома. Так, так, здесь поворот. Экстремальный поворот. Так. Камешек. Быстрее! Машина прилетела по воздуху до чекпоинта. Я у меня восьмое место. У меня первое. У меня первое место, пап. Ну ты крутой. Дрейф 6 какой-то у меня. Так. Я на втором. Ты на втором месте? Да, обогнал меня Ford Mustang. Но у него больше скорости. И максимальная скорость у меня 895, а у него 9086. Пап. Смотри, что? Да. Пап, да. Смотри, что ты можешь. Это день. Ой, что, у меня машина. Я не буду покупать. Вот тебе. Вот и... Я купил себе коробку с 10 передачами. С 10 передачами, да? Да. Так, мне надо гараж. Так, магазин. Покупаю себе Porsche. Так, купить. Все, у меня. У меня R8, куча. Пап, да. Где ты? А сюда есть. Пап, вот, я за тебя. Тропа моя, куда едем? Будем присоединяться к гонке? Нет. Куда едем? Кто это там? Это на тест. У него хуже машина, чем у меня. Да. Да. Все, я приехал на гонку. Где ты? На гонке. Так. Максимальная скорость у меня 438. А у тебя сколько максимально написано? 895. Сколько? 895? Да. А ты ее прокачивал еще? Да. Прокачивал 8. Это Twin Turbo версия. Да. А версия V12. А вот это мне нравится, гоночка, она такая прикольная. А?
Она стреляла. Ты её заносит в мою тачку вообще. Право, влево её бросает. Моя машина не слабая. У меня уже... Я сейчас буду... 300 километров было. А на щечке. Она так быстро набирает до 200 километров с 10-передачной коробкой, пап. Смотри. Бэкфлип! Я куда-то еду, непонятно куда. Я еду за тобой. Как, ты видишь? Да. Только я снизу мостов. Снизу мостов. Так, я тебя вижу. Моя максимальная скорость была 219. 219? Да. Уи! Ты полетел, по-моему. Да. Пап. Да. Смотри, как классно. Я сейчас на софт окрейс поеду. Сделать гонку на грейсе. Ну давай, не погоняйся. Да, теперь. Я тебя жду. Я вот... Я в грязи? Я присоединяюсь. Нет. Это... А вот и какой? А как выбрать другой? Никак. Вот квест. Нет. А! У меня не лимит скорости, пап. А ты где? Ты присоединился? Нет. Я... А в тип и пикнулся. Пойдем, я тебя найду. Блин, мы уже начали контакт. Не, ну я тут не... Я здесь не... А чего датчика нету? Тебе показывают. Пап, да. Я сзади тебя. Как ты сзади меня? Вот, сзади. Это я ищу тебя, думаю, где же ман? Пап, куда поехали. Едем. За мной. Я сдаю схему Акрейса, я поеду, ну вот. Ого, я на колесах приземлился. Это прикольная гоночка. Это не гонка, мы постоим. Нет, я имею в виду прикольная игра в гоночке. Да. Так. Это как Forza Horizon 5. Ухо! Нет, я еду в город. Ты по датчику лежи. У меня 300 километров. Сейчас у меня будет 400, завидуй, папа. У меня 150. У меня почти 400! 400! 410! Пап, смотри. 400 было 12! 412 было, папа. Я просто полетел. Я так быстро машина набирает. А я... Это...
по 200 километров. Так, вот тебе еще. Тут кто-то пульсует. 155 сейчас скорость у меня была. Так, где же мать? Не, это забор. Где же ты, Маркуни? Так. Когда гонка будет, то... Вот так я поеду. Так, я еду. Ты видел меня? Да. Как ты был? Да. О, 405 километров. Новый. Я... Всем, кто понравилось видео, оставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!